Российский дзюдоист Арсен Галстян, на прошедшей Олимпиаде в Лондоне завоевавший золотую медаль в весовой категории до 60 кг, побывал в Армении. Сам он родом из этой страны. Арсен родился в селе Ниркин-Кармирахлюр, расположенном на северо-востоке республики. Когда ему исполнилось 7 лет, семья Галстянов перебралась в Россию, в республику Адыгея. Но новоиспеченный олимпийский чемпион никогда не забывал свою родину. Вот и после своей победы он приехал в Армению. Сначала он побывал в своем родном селе, а потом в Ереване, где посетил мемориал жертв геноцида армян и возложил траурный венок. Должны почтить память наших прадедов, всех, кто погибли, жертвы, да, геноцида. Очень приятно также поздравляю шахматистов. Я уже здесь был, когда уже по телевизору видел возвращение их на родину с этой триумфальной победой. Очень рады, вся Армения гордится. Надеемся еще также будем прославлять, показывать хорошие, высокие результаты. Естественно, в Армении многие бы хотели, чтобы Арсен Галстян защищал на татами честь именно этой страны. Сам спортсмен благодарен своим армянским болельщикам, но подчеркивает, выступать он будет все-таки за Россию, но всегда будет рад снова приехать на родину, где его ждут и любят.